конкурс. Дети читают стихи. В году, когда ДИС 11 лет, Тульская область, Ефремовский район, деревня Ищеновая. Басти Ивана Андреевича Крылова «Порода и лисица». Уж сколько раз, твердили Бил, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок. И сель, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. В народе где-то Бог послал кусочек сыру. На ель бородом загромоздясь, по затылку был совсем уж собралась, так и задумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близёхонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр глядел. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит. И говорит: так сладко, чуть дыша, голубушка, как хороша. Ну что за шейка, что за глазки, рассказывать так право сказки. Какие перышки, какой носок, и верно ангельской быть должен голосок. Спой, Светик, не стыдись, что ежели сестрица при красоте такой и бит-то потерится. Ведь ты бы у нас была царь-птица. И щурит из похвал, скружилась голова, от радости забу дыхание сперла. И на приветливую лисицу на слова ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал.